Мне сказали, что у вас большой опыт в оформлении английских интерьеров. Да, последние 15 лет я работала в Лондоне. Отлично. Я хочу освежить интерьер и поменять мебель. А, это муж. Я перезвоню. Артур Страхов ваш муж? Да. Наверное, это тяжело быть женой знаменитости. Ну, есть свои особенности, да. А вот это... Это мой муж Константин. Конечно, не актер, но я его очень люблю. Какая резь в глазах. Как будто ослепила. Месяц назад у Анжелы возникли проблемы с глазами. Их сильно жгло и резало, и никто не мог помочь ей избавиться от этой проблемы. Здравствуйте. Здравствуй. Мне помощь ваша нужна. Глаза беспокоят? Откуда вы знаете? Я много чего знаю. Проходи в дом. Проходи. Садись к столу. У меня такая резь в глазах при дневном свете, а при солнце тем более. Сними очки. Нет, не могу. Не могу без очков. Я уже обследование прошла, к докторам обращалась, но они ничего не могут сказать. А я дизайнер. Для меня глаза – это как руки, понимаете? Я не могу без них. Понимаю. Выпей заговоренного отвара. Он поможет спазм снять и боль в глазах унять. Спасибо. Это отвар тебе помог снять резь в глазах. Но главная проблема не решена. Чтобы с тобой такое снова не приключилось, нужно понять, о чем твое тело говорит и о чем душа болит. Выпей заговоренный отвар из калины. Она разговорит твое сердце и откроет правду. Что у тебя на душе происходит? Что замерла? О чем вспомнила? Костю вспомнила своего. Мы тогда молодые были, встречались. Я забеременела. Но пожениться мы не успели. Я влюбилась в другого, в артиста Артура Страхова. А Костю бросила. Артур меня увез в Англию, там сделал своей женой. Но перед тем, как мы уехали, он заставил совершить меня страшный поступок. Анжела Юрьевна, вы хорошо подумали? А это ваше окончательное решение? Да. Я отказываюсь от дочери и не поменяю своего решения. А что говорит ваш муж? У меня нет мужа. Ну, отец же у ребенка есть. Отец? Отцу ребенок тоже не нужен. Подписывайте. Только потом смотрите, локти не кусайте. С вашим здоровьем других детей может и не быть. Я просто невменяемая была. Все время думала об Артуре и очень боялась его потерять. Косте я ничего не сказала.
Но потом я искала девочку. Я хотела узнать о ее судьбе, но мне сказали, что ее удочерили. И с Костей ты с тех пор не виделась? Нет. Полгода назад мы с мужем вернулись в Россию, я открыла студию дизайна. И так получилось, что моей клиенткой оказалась Нина, жена Кости. Вот у них дома я увидела портрет Кости. И вот тогда первый раз у меня глаза заболели. Глаза твои света боятся, потому что ты сама боишься правде в глаза посмотреть. 20 лет живешь во лжи. Вот глаза твои в темноту все время и смотрят. Боишься ты, что правда наружу выйдет. А душа от этого страдает и через хворь тебе знаки шлет. Дай правде наружу вырваться. Тогда душа успокоится, и глаза твои будут без боли на свет смотреть. Вот тебе настойка из трав заговоренных. Принимай по 5 капель каждый день. Капельки помогут глазам свет переносить. Но ты должна прежде всего правде в глаза посмотреть и найти мужество раскрыть правду тому, кто этого ждет. Все, я побежал, мне пора. Да, я тоже скоро буду собираться. Опять на свою работу побежишь. Дома совсем не бываешь. Если бы у нас были с тобой дети, я бы с удовольствием сидела дома. Ну, не начинай. Нам дети не нужны. Нам и друг с другом хорошо. Все, я пошел. Анжела послушалась моего совета и стала регулярно пить настойку по утрам, чтобы унять резь в глазах и правде в глаза посмотреть. Анжела, я так рада, что вы пришли. Я читала в журнале по дизайну ваше интервью. Правда, вас так долго не было, что мама нашла другого дизайнера. София, зачем ты ее пустила? У нас уже есть дизайнер. Он плохой. Давай Анжелу наймем. Не вижу смысла тратить деньги. София, позволь, я с твоим папой поговорю наедине. Может быть, я смогу его уговорить? Что тебе нужно от моей семьи? Зачем ты меня нашла? Я не искала. Нина меня наняла. Я не знала, что она твоя жена. Анжела помнила мои слова. Для того, чтобы хворь отступила, она должна правде в глаза посмотреть. Она решила, что должна рассказать Косте правду об оставленном ребенке. Мне нужно тебе кое-что сказать. Это касается нашей дочери. 20 лет назад я тебя обманула. Я не увезла ее в Англию. Я оставила ее здесь, в роддоме. Анжела, я 20 лет назад вычеркнул тебя из своей жизни. Тебя, твою дочь. Ты предала меня. А теперь у меня другая семья. Моя жена Нина родила мне замечательную дочь. Я их обеих очень люблю. Ты оставила ребенка в роддоме? Окей, это твои проблемы. Тебе с этим и жить. А теперь убирайся отсюда. После того, как Анжела рассказала Косте о брошенной дочке, резь в глазах стала реже появляться, но не прошла совсем. И Анжела продолжала принимать мои капли. Анжела, мы тут с Артемом подумали и решили нанять вас декоратором для нашей квартиры. Родители Артема дарят нам студию, и нам нужно помощь с обустройством. София, твой папа будет этим очень недоволен. Мой отец будет платить. А, ну, тогда мы можем завтра встретиться на месте. Отлично. Знахарка помогла Анжеле на время устранить резь в глазах, но чтобы не потерять зрение, Анжела должна была посмотреть правде в глаза. 20 лет назад Анжела отказалась от новорожденной дочки, а недавно встретила отца ребенка, Костю, от которого скрыла правду.
Анжела объяснилась с Костей, но он попросил Анжелу исчезнуть из его жизни. Я так переживала, что квартира окажется слишком маленькой, но то, как вы поработали с расстановкой, это просто все изменило. Места хватит, пока деток нет. Ой, да я на самом деле не хочу детей. Это такая ответственность. Это точно не для меня. Миллионы женщин мечтают быть связанными этими обязательствами. Тогда почему же у вас нет детей? Бог не дает. Извините. На самом деле я хочу ребенка. Просто я не хочу, чтобы с ним получилось так же, как со мной. У тебя прекрасные родители. Нина не моя родная мама. Моя мать умерла при родах, и до 5 лет меня воспитывал один папа. Я ее, конечно, очень люблю, но родную маму она все равно не заменит. Я тебе очень сочувствую. Я все что угодно бы отдала, чтобы узнать, кто моя мама. Мне ведь даже ее фотографии не показывают, а после ее смерти папа так страдал, что уничтожил все фотографии. Не могу смотреть, глаза очень режут. Давайте сядем на лавочку. Я пила капли, которые вы мне дали. Я рассказала Косте правду о том, что оставила дочь в роддоме, но мне лучше не стало. У меня глаза болят даже в очках. Но я узнала, что София – та самая девочка, которую я оставила. Мы с Костей – ее родители. Это он ее удочерил, но мне ничего не сказал. Выпей утренние травки. Горько. А теперь ночную попробуй. Ну как? Да, так лучше. Глаза твои света боятся и продолжают в тьму вглядываться. Поэтому и режет их от солнечного света. Нужно тебе с тьмой порвать. Как я должна с тьмой порвать? Прийти к Софии и сказать: «Здравствуй, я твоя мама, я не умерла»? Нет, таким образом ты свою душу не успокоишь. Прошлое-то не отмотать. Ты матерью ей уже никогда не станешь. Ну и что мне делать? Как корень земляники внизу, голова наверху, болезнь была в зрачке, а теперь на сучке. Пей. Я тебе глаза открою для того, чтобы ты правду могла своими глазами увидеть. И поступать, как сердце велит. А это вода с утренней росой. Промывай ею глаза по утрам. Сделаешь, как я говорю, и глаза твои страдать больше не будут. Анжела каждое утро промывала глаза водой с утренней росой, чтобы навсегда избавиться от своей хвори. И сердце ей подсказывало, что надо встретиться и поговорить с Костей. Почему ты скрыл от меня, что София моя дочь? Почему не сказал правду? С чего ты взяла? Она рассказала мне, что ты 5 лет жила с папой. А теперь она хочет знать, кто ее мать. Только ей почему-то никто не говорит. У Софии только одна настоящая мать. Это Нина. Сунешься к дочери еще раз, я не знаю, что я с тобой сделаю. Не надо мне угрожать. Я от своей дочери не откажусь. Я нужна девочке. Она хочет знать, кто ее мать, кто ее родил. Я ей скажу это. Ты уже причинила Софии боль. Может, хватит? Я хочу смотреть правде в глаза.
Я не хочу больше врать и бояться. Я послушала разговор папы и мамы. Они сказали, что ты моя мать, что ты меня родила и бросила. Но это неправда. Все было не так. Я тебя оставила отцу на пару месяцев. Но мне нужно было сделать документы, разрешение на вывоз за границу. А когда я вернулась, он мне сказал, что ты умерла. Он показал мне свидетельство о смерти. Липовое. Не хватило сил у Анжелы рассказать дочери всю правду. Опять солгала она, надеясь, что ложь поможет ей матерью хорошей стать. Не послушала она меня, снова темную ложь светлой правде предпочла. Теперь я понимаю, как тебе жилось эти годы. Теперь я тебя никогда не брошу, никогда. Я больше не вернусь к отцу с Ниной, видеть их больше не могу. А можно я буду жить с тобой? Конечно, можно. Только мне нужно сначала подготовить мужа. Ну, я тогда пока поживу у Артема. Что значит, твоя дочь будет жить с нами? Мне твои выходки уже достали. Отлично. Одного не понимаю. Как София тебя простила после того, как ты с ней поступила? А ты ее не знаешь. Она очень добрая девочка и полюбила меня всем сердцем. А я, наконец, нашла родного и близкого человека. Здравствуйте. Где моя дочь? Почему она не берет трубку? Нина, успокойтесь, София, все в порядке. Она услышала ваш разговор с мужем обо мне и сама пришла. Так она из-за этого не хочет нас с отцом видеть. Конечно. Вы 20 лет ей врали, что я умерла. Она вам больше не верит. Скажите честно, чего вы добиваетесь? Я хочу наверстать упущенное время и стать матерью для своей дочери. Я вам не верю. Вы хотите через Софию вернуть Костю. Думаете снова с ним сойтись. Только Костя любит меня, и он никогда не вернется к вам после того, как вы поступили с Софией. Возьмите эти деньги и уезжайте, умоляю. Вы что, правда думаете, что вот эти можете от меня откупиться? Анжелу продолжали мучить рези в глазах. Она узнала, что София – ее дочь. И хотела рассказать об этом Софии, но девушка сама узнала правду. Анжела солгала девушке. Она сказала, что во всем виноват ее отец, Константин, который якобы сказал Анжеле, что София умерла. София поверила Анжеле и переехала к ней жить. А где Артур? Уехал на гастроли. Хорошо. А то я подумала, вы из-за меня поссорились. Не хочу, чтобы ты страдала. Для меня сейчас самое главное – это ты. Интересно. Кто это? Я никого не жду. Где моя дочь? Я знаю, что она у тебя. София взрослая девочка и сама знает, что ей делать. Уходи. Я больше не хочу тебя видеть. Ты врал мне, что моя мать умерла, хотя видел, как я страдала. Так что я должен был тебе сказать? Правду! Ты обманом забрал меня у мамы, сказав ей, что я умерла. Ты врал и ей, и мне. Как ты мог? Чего? А что ж ты ей всю правду-то не рассказала, как было на самом деле? Как ты в роддоме от нее отказалась? Потому что твой актеришка не брал тебя с довеском! Как ты мне ничего про это не сказала? Ты дочь чуть не упекла в детдом! Хорошо, что я узнал об этом. А если бы я не узнал, что бы с ней было? Я тебе не верю. Уходи. Видишь, она не хочет тебя видеть. Уходи! У меня сохранилась отказная, которую Анжела написала в роддоме. Я не обманываю.
Значит, это правда? Что ты бросила меня в роддоме, как ненужный довесок? Да, это правда. Это было условие Артура, если я хочу поехать с ним в Англию. Я любила его как кошку и слушалась во всем. Но теперь я понимаю, что больше всего в жизни я люблю тебя, доченька. Почему ты отцу не сказала, что бросаешь меня? Мне было стыдно. Прости меня. Да. Ты не кошка и не кукушка. Ты просто гадина. Я не послушала вашего совета и сделала все по-своему. Я пыталась стать матерью для своей дочки, но теперь она меня ненавидит. Она такого мне наговорила. У меня снова появилась резь в глазах. Я теперь ослепну. Это отвар на основе мать-мачехи и утренних трав. Попей. Не могу. Тошнит, что ли. Значит, сейчас не только ты, но и твоя дочь в темноту смотрит. Говорил я тебе, прошлого назад не воротить. А ты попыталась. И из-за лжи твоей теперь и у тебя, и у дочки душа болит. Вы обе сейчас должны на свет посмотреть. Если сможешь дочери помочь из темноты выбраться, тогда и сама не ослепнешь. Это невозможно, она не хочет меня видеть. Да я тоже не знаю, как смотреть ей в глаза. Я тебе помогу, чтобы ты себя преодолела. Как день не может без солнца, так и дочь не может без матери. Прибудьте силы, помогите Анжеле с дочерью к свету прийти. Пей. Анжела все-таки прислушалась к моему совету и решила попытаться объяснить все дочери, чтобы помочь ей выбраться из темноты и на свет посмотреть. Я страшно виновата перед вами и перед Софией. Вы для Софии самый близкий и родной человек. Скажите ей, что мне очень жаль, что у нас с ней все так сложилось. Еще, пожалуйста, передайте ей вот это. Хорошо, я передам. Анжела не виделась с дочерью год. Она не ослепла, потому что повинилась перед дочкой. Но глаза ее так и продолжали в темноту смотреть. Ведь прощения она так и не получила. Здравствуй. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Спасибо, что позвонила и позволила мне прийти. У нас с Артемом месяц назад родилась дочка. Как назвали? Как мою маму Ниной. Но она же и твоя внучка. Ты имеешь право ее увидеть. Доченька, прости меня. Я понимаю, что натворила. Мне мама передала письмо год назад, которое ты написала. А прочитать я его смогла только сейчас, когда сама стала матерью. Мы вряд ли будем общаться, но зла на тебя я больше не держу. Резь в глазах появляется, когда человек ошибается и боится признать и исправить свою ошибку. Анжела получила прощение дочери, и глаза ее больше не болели. Она помирилась с Артуром, и вскоре в их семье родился сын. Thank you.
Если вас мучает какая-то тайна, и вы боитесь рассказать правду, оставьте дома веточку калины. Она поможет найти в себе силы смотреть правде в глаза и исправить свои ошибки.